Следующий момент. Учим собаку двигаться за добычей в виде еды в руке быстрее, чем до этого. Разгоняем собаку. Собака может быть спокойная, собака может быть чуть-чуть возбудимая, либо гиперактивная. Здесь мы должны понимать, что в работе с собакой необходимо производить вот такие усложнения. В первую очередь, когда мы знаем, что собаке нравится лакомство, собака идет за рукой, мы ей отдаем. В дальнейшем мы должны разгонять собаку и предлагать ей стараться и быть активнее. Мы должны собаке предлагать добывать пищу намного быстрее, чем было до этого. Так мы разгоняем собаку и добиваемся, чтобы собака старалась и работала активно. Если собака во время поедания лакомства от нас начала отвлекаться, нюхая землю или смотреть по сторонам, мы должны понимать, что собака, первое, это насытилась, второй момент, место было подобрано неоптимально, и собака очень сильно отвлекается на запахи, либо на другие посторонние раздражители.